Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW F30. Итак, на этой машине буду ремонтировать заднюю часть. Владелец заменил крышку багажника, она в цвет машины. Мне нужно будет заменить заднюю панель. Для этого у меня есть донорская часть. Ладно, начинаю ремонт. Сначала разбираю. Задняя часть разобрана. Вытягиваю заднюю панель. С вытяжкой я закончил. Удаляю заднюю панель. Задняя панель удалена. Теперь я возьму нужный кусок с донорской части.
теперь у меня есть деталь для замены. Теперь подровняю небольшие повреждения. Начинаю сварочные работы. Устанавливаю заднюю панель. Итак, сварочные работы закончены. Теперь покрашу заднюю панель. Устанавливаю детали зада.
Моя работа закончена. На эту работу ушло 18 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!